продолжаем рубрику «Лор-ликбез». Часто пациенты спрашивают, как отличить насморк от синусита. Это хороший вопрос, и если ответить коротко, то если вы видите зеленые выделения из носа, то это синусит. А синусит – это воспаление около носовых пазух. Какие пазухи бывают в организме человека? Это гайморовые пазухи, это клетки решетчатого лабиринта, это лобные пазухи, и в самой середине черепа есть так называемая основная пазуха. Вот это синусит, когда уже развивается явление гайморита в гайморовых пазухах, фронтита в лобных и тмоидита в клетках решетчатого лабиринта. Гной скопился, гной никак не может выйти в полость носа, а если он уже попадает в полость носа, то уже в полости носа находятся зеленые массы, которые мы начинаем отсмаркивать в неограниченном количестве. А вот если выделения белесоватые или наоборот прозрачные, вот в этом случае мы говорим о насморке банальном. Это либо состояние острого ринита, то есть острой простуды, острого насморка, который вот откуда-то взялся и буквально через 5-7 дней он исчезнет. Или мы говорим уже о хроническом насморке. Правильный диагноз называется хронический ринит. Как правило, это хронический вазомоторный ринит. Вот это состояние тоже нужно лечить, поскольку носовая раковина находится в активном состоянии, в состоянии активного воспаления, и, конечно, это воспаление нужно снимать. Еще разок. Обычные банальные прозрачные выделения – это состояние ринита, а вот зеленые выделения – это выделения при синусите.